Итак, всем привет! Сегодня мы снимаем вторую серию сериала «Нелюбимая дочь». Но я вам обещала, что я сниму завтра, но придется сегодня. Я захотела сегодня снять первую часть. Поэтому мы начинаем. Погнали. Уже утро. Надеюсь, что дура уже приготовила завтрак. Вставай, любимый, встаем. Любимый, вставай. Ой, встаю, любимый, что? Теперь Берта приготовила завтрак, она меня уже бесит. Ладно, она не приготовила, в смысле... Дура, вставай! Что? Где завтрак? Сейчас приготовлю. На, жри свою капусту. Чтобы больше ничего не ела. Ладно. Доченька, вставай. Ай, мама, ну что? Уже утро. Ну понятно. Светильник упал. Когда это завтрак хочешь приготовить? Уже готовит, только что начала. Она не приготовила? Нет. Я ее сейчас устрою. Хватит, дочь, не надо. Какой-то не стул. Так. Ну, пока поиграйся. Спасибо. Достала, да? Угу. Так, дура, сегодня ты переезжаешь в свою квартиру. Я сама приготовлю свой завтрак. Все, собирайся. Бери свой мяч. Ха-ха-ха. Это моя подпухая. Моя плана. Так. Все. Мама, нет. Все, иди. Мы тебе уже купили квартиру. А чего? Да, вот это твоя квартира. Мама, нет! Не скучно же одной! Замолчи. Наконец-то свобода. Вот именно. Надоело. Теперь как уже покушали. Блин, мама, теперь я тут на живу, что ли? Это нечестно. Вся семья там моя живет, а я здесь одна. Блин, что делать? Скучно, есть чем заняться. Ладно, выпью газировки. Это типа давать вода. Вот. Приготовлю себе рыбку. Я же умею готовить. Уже. Зато я могу все, что в этой квартире делать. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Вот, давай так не да. Ну все, рыбку приготовила. Надо на стол накрыть. И налью себе воды. Вкусненько. У меня ноутбук есть. Надо сфоткать. Бабушка, как у нас квартира. Вот так вот именно. О, мне понравилось, спасибо. Мама, я хочу есть. Вот, держи. Спасибо. Что мне с этажной кроватью делать? Ладно.
на раме кровати. Ура! Завтра, если что, я сниму третью часть. Пойдем, мы всю еду заберем. Мы пойдем. Славно я поела. И лучше даже. Только скучно к себе. Ванная такая. Ладно. Часки. О, время зато могу смотреть. Кстати, у нас часы. Мама, папа, вы меня решили забрать? Нетушки, дура. Мама, это мои часы. Повешай что-нибудь другое. Мы потом у тебя еду заберем всю. Дочь, у нас теперь есть часы. К себе поставим. Не хочу. Давай куда-нибудь к себе поставим. Вот сюда. Я хочу там спать. Капец, блин. Мы спрямся тут забирать. Это как-то нечестно. Ну, еле-еле маленький холодильник. Надо пробраться и к дому. Два часа спустя вечером. Мама, папа, а где ваши часы? Опять эта дождь, что ли, забрала? Что? Часы наши! Пойдем. Забрала наши часы. Мы сейчас тебе всю еду заберем. На, пей. Ты че? Ты? Да ну тебя. Пошла ты нафиг. Пошли, Дейзи. Давай спать. Все, я спать. Достала. Я тоже. Так, ребята, третья серия сериала ждет. Всем пока-пока, до встречи в новом видосе!